Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Doom 3. В последней серии мы, собственно, проходили по лабораториям Альфа-комплекса. И надо сказать, это пока что самое хреновое место в игре, потому что здесь просто что-то непотребное творится. В принципе, как и кругом в этом комплексе, но здесь это просто совсем уж плохо. Так, что я могу сделать? Калибровка? Ничего не могу сделать. Ладно, давайте пробираться дальше. Надо сказать, еще появились новые монстры, не самые приятные. Твою мать. Новые монстры — это очень прыткие, быстрые твари, которые нападают стаями. У них две головы и обе крайне зубастые. Поэтому я достаточно обеспокоен этим фактом. Но вы все равно, конечно, самые ненавистные. Так, хорошо, ладно. Подожди. Уй, твою мать! Мне точно сюда надо? Зачем я сюда иду? Ну нафига я сюда попёрся? Ой, ой, ты твою мать. Я думаю, тут один остался. Там все нестабильно. Аккуратно, говорит, попадешь в стекло, и все, взорвешь всю зону. Понятно. Ой, как я испугался. Ты вообще... Ты дурак просто, ты понимаешь? Ой. Ну ладно, ему вообще плевать, похоже, что тут творится такое. Ага, а вот мы и здесь. Так, что это? Ну, уровень допуска обновлен, понятно. Нам пригодится. Берни Липшиц. Привет, Берн. Сегодня после смены мы с ребятами собираемся в Марс-Сити на пиво. Как всегда, тебя мы тоже ждем, дружище. Приходи, будет круто. Джон. Липшиц, когда мы понизили температуру до уровня, необходимого для ускорения производства в гидроконе, шланг сифона в кислородном клапане дал утечку. И если шланг прорвется, возникнет очень большая нестабильность системы гидрокона. Возможно, вплоть до аварии. Срочно замените шланг. Доктор Анубис. Можно спрыгнуть, я так понимаю. Но мы не спешим. Так, броня нам не нужна, я так вижу. Ну, с Богом. Ладно, пока все по-прежнему. Хорошо. Уй, ты думаешь. Будь спокойно. Или все же кто-то идет. В этой игре никогда наверняка не скажешь. Ой. Давай, давай, давай быстрей.
Хорошо. Очередь полностью в них вошла. Это меня радует. Хорошо. Пока что достаточно качественно все у нас проходит. Так, тут мы были. Уже давным-давно. Тут мы не были. А сюда убегал этот товарищ. Значит, нам нужно двигаться за ним. Телохранитель доктора Свона. Сюда не попадаем, понятно. Нет никаких вообще хороших вещей. Судя по всему, нет. Though still in its prototype stages, the Hydrocon will, in one dramatic move, forever end all shortages of water and fuel. Вырабатывает энергию из воды. The Hydrocon produces oxygen and hydrogen cheaply and safely, without the need for large amounts of electricity. Да откуда ты взялся? Я только что... Ой, твою мать! Я вообще-то не это хотел сделать. Ну да ладно. Трое же было, нет? Ну-ка, скотина. Покажись. Или двое. Чё-то мне показалось, что их трое было. Неприятно. Ненавижу такие звуки. Ой, сейчас что-то будет, ребята. Ой. Вашу мать. Так. Что-то во всем этом есть определенно такое сайлентхилловское, да? Блин, вы меня точно с ума сведете, уроды. Ой, какая кирпичная игра. Лифт. Отлично. Так, а тут что? Ничего. Да даже если было что, просто хочу убраться отсюда. Просто нафиг выбраться. Сохранение. Ну просто отлично. С каждым разом все лучше и лучше. Да хватит уже. Ну. Ой, ладно, не стоило этого делать. Не очень удобное место для броска. Да ты-то откуда взялся? Уроды кусок! Фу, так, ладно. Хватит истерить на ровном месте. Ну дайте мне поиграть в Супер Турбо Торки Панчер.
Ну что, ребятушки? Твою мать. По-моему, там никого не было. А я убежал оттуда. Ну ладно. Лучше так, чем никогда. Ну хорошо. Капец, я ненавижу туалеты в видеоиграх, потому что в них никогда ничего хорошего не ждет. Понял, тварь. Ой, твою мать. Так, а нам, похоже, сюда и нужно, наверх. Икивый батюшка. Брутальный парняга. Фу, ладно, давайте как-то поперли отсюда. Кто-нибудь слышит? Если вы это слышите, я недалеко. Помогите мне. Я заперся на складу. С4. Если кто-нибудь слышит, помогите мне, пожалуйста. Сейчас постараюсь, дорогой. Не уверен, что получится. Ух, твою мать! Ох, так. С моей собакой стояла, ждала меня. Фух, так, хорошо. Ой, неприятное место. Надо валить. Блин, да чего же срачная игра? Это просто офигеть. Капец, это какой пипец просто. Твою мать. Я слышу кого-то там. Метров, наверное, в 10. Ага. С мягким знаком. Ну, тут было ожидаемо. Так, а там у нас туалет, да, с той стороны? Да. Понятно. Ладно, хорошо. А пулеметчик-то ваш где? Ох ты, ёлки. Ладно. Все, к этому мы уже привыкли, с этим мы справимся. Нет ничего такого, к чему человек привыкнуть бы не мог. У харе там жрать-то, Отлично. Так, здоровье. Камеры отключены.
Сейчас все будет. Значит, мы возьмем PDA. КПК. Теперь посмотрим. Узловой КПП охраны. Все плохо. КПП охраны. Тут я. Узел системы охлаждения. Вообще ничего. Компрессор КНТ. Здесь мы были, по-моему. А, ну да, здесь мы серию начали. Технический склад. Пусто. Контроль системы охлаждения. Ничего. Что-то звуки не самые хорошие от этой станции здоровья. Эндрю Чин, обращение к научным работникам. Regarding the disrespectful treatment of new research staff, September 14th, 2145. As you know, I have gone to considerable effort to recruit my staff researchers for Alpha Labs. Finding team members with the qualifications, let alone the willingness to come to Mars. Короче, ругаются между собой, что-то там неуважение друг друга вызывают. Крепись, игрок, начинается сага о чаше кровавого драка. Злобный Влаксамир набросил завесу тьмы на земли Носгата. Какой герой встанет на его пути, чтобы сокрушить легионы волкоборней и берсерка-троллей? Обнажите скимитары и нанесите ответный удар. Новая игра, самая захватывающая сетевая РПГ, всего за 29 кредитов в месяц. Нифига вот так. Дорогой Чин, я по поводу восьмигранника, который ты у меня одолжил. Если ты меня не собираешься приглашать к себе в игру, то верни мне мой кубик. Он у тебя уже 2 недели. И, честно говоря, я возмущен. Уолтер Коннорс. Так, я вернулся. Привет, Энди. Только что приземлились. Это был полный отстой. Летел с новым системным аналитиком по имени Джейми Мендоза. Еще с нами были 2 игромил-охранников, Джим Дейли и Марк Уолтерс. Так Мендоза только искал, чтобы с ними сцепиться. Они могли ругаться часами, а то и днями, по любому поводу. 1,5 месяца в этой консервной банке, кого хочешь заставить подумать о дезертирстве. Мистер Чин, мы отремонтировали шкаф 038. Повесили, как надо, перекошенную дверь. Заделали вмятины в стенке. На будущее рекомендую вам запоминать коды замков, а не пытаться взломать шкаф монтировкой. На всякий случай сообщаю, что теперь для шкафа 038 установлен код доступа 409. Лучше запишите его. Ремонтное отдел. Так, 409. Осталось шкаф найти. Ну это явно не ты, да? Я чего-то не понимаю. Где шкаф? Ой. Так, обратно я уже не выберусь. Или выберусь? А, понятно. Спокойно. Все это мы уже проходили. Спокойно. Блин, тут дышать нечем. Стекло выбили, гады. Закрой дверь. Закрой дверь. Закрой. Фу, так, хорошо. Давайте сохранимся. И погнали потихоньку. Да, блин. Закрой эту дверь, ну. Хм, интересно. А нет, когда я говорил, что мы тут были, мы тут не были. Это место просто похожее. Когда на камере смотрели.
Since the dawn of the space age, Union Aerospace has been at the forefront. Эй, ребята, ребята, меня подождите. Ребята. Блин, это, по-моему, группа Браво, нет? Твою мать, надо быстрее. Подожди, она берет? Нет, так. Marine, Bravo team reports they've located your position but are unable to move to your current location. Head through engineering and try to link up with them in sector 3. Хорошо. Команда Браво отрапортовала, что они меня слышали, мои выстрелы. Говорят, что, ну, просто не могут до меня добраться. Нужно направляться в инженерный отсек и там попытаться с ними связаться. Это хорошо, наши близко. Что это такое? Компрессия КМТ. Понятно, реклама всякая. Since the dawn of the space age, Union Aerospace has been at the forefront. Так, Уолтер Коннорс, мой кубик. Пометка для себя. Не забыть забрать у Чина мой восьмигранный кубик. Зря я ему вообще дал. Он в меня все равно играть не приглашает. Он мне не друг. Пометка для себя. Записываю, чтобы не забыть. Шкаф 039, код 102. Показатели компрессора КМТ. Уолтер, хочу лично поблагодарить тебя за твое последнее предложение по поводу модификации матрицы распоряжения временного интервала. Ребята тут в ВЦ пересчитали кое-какие твои показатели, и после некоторых раздумий мы единогласно пришли к выводу о том, что это самый невероятный по бредовости теорию, которую мы когда-либо видели. Если ты хоть немного заинтересован в том, чтобы твои карликолобную драконобойную экспо-уровневую задницу не уволили, то я бы тебе посоветовал бросать ролевые игры и подучить малость на математику. Удачи при следующей проверке, Дерек. Офигеть. Так, сохранились. Хорошо. Что это у нас такое? Открыть вентиляционный люк, конечно. Супер. А что у нас тут? Подожди, сюда нам нужно, судя по тому, как автосохранение работает. Давайте мы сюда сходим тогда. А, понятно, мы тут были. Вернее, не тут мы были, мы вон там проходили, когда из комнаты, в которой дышать нечем было, забежали. Так, ладно, хорошо. А вот, кстати, блин, вот же он. 39-й? Нет, 38-й. А 38-й это у нас, по-моему, Чина, нет? Так, почта. Так, ну 102 не подойдет, я думаю. Да, не подойдет. Зато у нас есть... точно. 409. Что-то было. Ну ладно. Смотри мне. Так, все хорошо. Все хорошо. Инжиниринг. Нам сюда и нужно было. Вот ты, ёкарный бабай.
Да откуда ты, мать твою, за ногу взялся? Ох, и стены, они лезут из стен. Не очень хорошее такое. Ох, ладно. Я уже говорил, что это место плохое. Давайте покурим с гатлингом. Пусть маленько почует, почем фунт лиха. Ну что, ребятушки, сразу враги перестали появляться, да? Давайте, давайте, у меня гатлинг, сейчас поговорим с вами. Ой! Да не против вас вот только. Так, хорошо. За понты меня быстро наказали. Это, в принципе, не удивительно. Так. Трончики. Хозяева. Кто ты? Бертругер? Это ты? Походу, это он, ну-ка. Эо, уважаемый, ничего, что я тут прохожу? Don't shoot. Не стрелять? I can help you. Я могу тебе помочь. The lights are all out. Свет пропал. Я проведу тебя, если сможешь меня вывести с этой базы. Так, я подумал, что это Бертругер, но это не он явно. Электромагнитный импульс все вырубил. Аккуратно. Так, ладно. Нужно тебя защищать. There's one. Блин. Кто врубает? Я не вижу никого. Что это было? Это я тебя должен спросить. Ты местный. У меня постоянно ощущение, что за нами кто-то наблюдает. Давай, братюнь, быстрей. Так, ладно, это мне все не нужно. Просто нужно выбраться отсюда. Я лучше на себя хапну эти патроны, чем дам им тебя ударить. Hang on. Here comes another. Так, еще один. Давай, веди уже быстрее. Уй, твою мать. Иди уже, иди. Вот выход. Кто, где еще? Коты. Убили другана моего. Так, ладно. Валим. Валим отсюда. К ядрене фене. Ой, блин, мурашки по коже от этого места. Аж передергивает всего. Ой, блин. Так, это у нас, похоже, то, что нужно, да? Какой тут у нас код-то был?
честно говоря, не помню. А, 102. Ну, вот это, кстати, неплохо. Окей. О, ребята. Знаете что, я думаю, там сейчас будет что-то страшное, очень большое и очень нехорошее. Так что это мы оставим на следующую серию. Но пока что все. Игра, на мой взгляд, просто, не знаю, как-то вообще очень-очень крутая. Жаль, что я не брался за нее раньше, но тем не менее, мы играем в нее, и это круто. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.